Компактная шнековая соковыжималка с простым управлением. Перед нами шнековая соковыжималка Scarlett, модель SCJE50S59. В комплектацию входит моторный блок, рабочая камера, толкатель, шнек, фильтр, стакан для сока, стакан для мякоти, щеточка для очистки, инструкция и гарантийный талон. Корпус цилиндрической формы сделан из пластика. Его ширина 18,5 см, поэтому он не займет много места на кухне. Сверху находится загрузочное отверстие. Ниже камера отжима с фильтром и шнеком. На чаше сепаратора расположены носик для подачи сока и носик для подачи мякоти. Для сока и мякоти предусмотрены пластиковые стаканы объемом 600 мл каждый. За управление здесь отвечает один переключатель. Он включает и выключает прибор, а также включает обратный ход для извлечения застрявших продуктов. Сзади находится сетевой шнур длиной 1 метр. Снизу прорезиненные ножки, чтобы прибор не скользил по столу. Перед отжимом фрукты и овощи нужно помыть, вытащить несъедобные косточки, удалить твердую кожуру и порезать. Скорость работы здесь одна, а максимальная мощность устройства 130 Вт. Соковыжималка не включится при неправильной сборке и отключится при перезагрузке. Также здесь есть система капля-стоп, которая задержит остатки сока в носике и не даст им упасть на чистый стол. Съемные части соковыжималки лучше мыть под струей воды и очищать специальной щеточкой из комплекта. Мойка в посудомоечной машине не рекомендована. Подытожим, эта соковыжималка Scarlett станет хорошим помощником для тех, кто любит натуральные и свежие соки. У нее компактные размеры, простое управление, функция реверса и стаканы для сока и мякоти на 600 мл. Устройство быстро выжмет сок из фруктов и овощей и не займет много места на кухне.